Настенька, полдня. Такая буренка нужна им самим. В сельской местности молоко – это один из основных источников дохода. Прибыль от коров, конечно, небольшая, потому и крестьян каждый рубль на счету. Біздің еллік кіреміз шул сауым сыйырлардан сүттен кіре, иттен кіре. Үш күнлік шағында бұзауларын сатабыз, көбірегінде сүттен. С января этого года в 50 регионах России закупочная цена на молоко у сельхозпроизводителей достигла критической отметки. Особенно сильное падение цены было зафиксировано в Татарстане. Цена за 1 литр молока в некоторых районах упала до 15 рублей. Сколько еще продержатся крестьяне, торгующие себе в убыток? Ведь себестоимость их продукции составляет 18 рублей за литр. Это как минимум. Если цена в ближайшее время не поднимется, многие решатся на радикальные меры. Придется пустить поголовье под нож. Келесі жылға таған дүрт кіші біздің начинающий фермерға кірділер. Но бұларын тоже ешілері қарақтан артқанлар, тілевшілер бар. Но аларын тілеклері шол ғыланды сүт бейесін түшмесін дейлерінде. Түп шағарақлары сүтсіз давайтып шолдың ешевшілер бар бетінде. В чем же истинная причина такого вот обвала цен? Мнения участников молочного рынка разделились. Одни видят в этом сговор переработчиков, другие пеняют на молочных трейдеров, посредников из других регионов, скупающих по дешевке сырье. Министр сельского хозяйства и продовольствия России Александр Ткачев вывел для Татарстана свой диагноз – отсутствие серьезной перерабатывающей базы. По его словам, Татарстан, якобы не имеющий своих перерабатывающих мощностей, является сырьевым придатком для других регионов. Потому на выходе и получается такая цена. Сложившиеся на сегодня закупочные цены на молоко могут негативно отразиться на инвестициях и в молочное животноводство. Причина, конечно, тому комплексная. Региональный министр Марат Ахметов со своим федеральным начальством отчасти согласен. Татарстан действительно поставляет сырье в соседние регионы. И в этом нет ничего крамольного. Такие связи существовали всегда и зачастую даже являлись стимулом для сельхозпроизводителей. Сегодня Татарстан является одним из крупнейших производителей молока и входит в десятку лидеров по его переработке. После банкротства ряда предприятий действительно перерабатывающие мощности снизились. Но не настолько критично, чтобы вызывать такую неоднозначную оценку у федеральных властей. Работаем исключительно с производителями молока, забираем собственным транспортом от ферм, которые расположены в Сабинском, Арском, Отнинском, Аксубаевском, Верхнеусловском районе. Еще один немаловажный факт. Из-за низкой покупательской способности на рынке наблюдается снижение спроса на натуральную молочную продукцию. Дорогие сыры сегодня не всем по карману. Потому многие переработчики в России, дабы увеличить свою маржу, переходят на более дешевое сырье – сухое молоко. Дешевым и, как правило, не всегда качественным импортом уже завалена вся Россия. В сентябре, в октябре и в ноябре в Российскую Федерацию было очень много завезено сухого молока и масла через Белоруссию. И завезено оно было практически контрабандой. Что я имею в виду? Эта молочная продукция должна была транзитом уйти в Казахстан и в Киргизию. То есть мимо России транзитом. Но заехав на территорию России, дальше оно до адресатов не доехало. И выгружались они на молочных заводах в нашей стране. Через Белоруссию заехало намного больше продукции за 3 месяца, чем они за год производят. И молочные заводы практически, ну, случайно, но чуть ли не в один день начали из своих запасов доставать сухое молоко и масло и отказываться от поставщиков. Сухое молоко в свое время стало настоящей находкой для производителей молочной продукции. Чаще всего его закупают в тех странах, где нет возможности производить и употреблять натуральный продукт. Но если натуральное молоко в стране в избытке, для чего нужно переходить на его термически обработанный зарубежный аналог? Тем более, что такое неравное преимущество в цене на рынке может привести к печальным последствиям, когда под удар попадает самая уязвимая категория – сельские жители. Дмитрий Анатольевич, хотел бы сказать, что вот в зимний период всегда не хватало молока. Наша республика, она производит много молока, и всегда молоко вывозилось. И в этом году случилась такая ситуация, вывоза нет, цена молока на 5-8 рублей меньше, чем в прошлом году. И, конечно же, это создает большую проблему населения. Вот. А почему это произошло? Потому что вот мы работаем и Минсельхозом России, вот вчера я и докладывал и министру экономического развития, потому что завезли сухое молоко.
И вот здесь Минздрав здесь, и может сказать, что молокомбинаты купили сухое молоко, восстанавливают молоко, производят продукцию. А из сухого молока какая продукция и какое здоровье наших граждан? Вот поэтому без вашего вмешательства эта тема, наверное, не решится. Если мы будем способствовать запуску вот сухого молока и производству из него продукции, то это обернется серьезными потерями. Я дам поручение в этом всем разобраться, потому что мне трудно возразить против тех аргументов, которые вот привел руководитель Татарстана, потому как мы все-таки должны развивать свою молочную промышленность. Да, у нас общий рынок с нашими друзьями, партнерами из Евразийского союза. Более того, мы не можем его ограничивать в силу подписанного соглашения. Но в конечном счете мы должны думать о наших гражданах. Действительно, если мы, по сути, блокируем поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока, значит, только ради соблюдения экономических принципов, то нафиг нам такие принципы нужны? Надо просто подумать, каким образом из этого выйти. Пока на региональном уровне уже решили, как смогут помочь сельхозпроизводителям в этот переходный период. В ближайшее время из бюджета направят свыше 300 миллионов рублей на поддержку молочных ферм. Президентом Татарстана принято решение о выделении такой вот единовременной субсидии. Для тех, кто содержит одну корову, размер субсидии составит 2000 рублей. Для тех, у кого в одном подворье две коровы, по 3000, три и более коров, по 4000 рублей. Субсидии будут выплачены уже в феврале. Ильдира Юзаева, Дина Газалиева и Александр Ярошов. «Семь дней».